Сегодня Северная Осетия простилась с еще одним нашим земляком, павшим во время боевых действий на Украине, Кириллом Андреевым. Глава республики Сергей Миняйло в телеграмме, направленной в адрес семьи, выразил соболезнования родным и близким военнослужащего, героически погибшего при исполнении воинского долга во время проведения спецоперации. Человек большого мужества, доблестный воин и настоящий гражданин. Он до конца был верен присяге и своему отечеству, отдал жизнь за нас с вами, за мирное будущее нашей страны. Тяжело и больно, когда уходят молодые. Воспринимая его безвременную утрату, как свое личное горе, отметил руководитель республики. Указом президента Российской Федерации Кирилл Андреев награжден орденом мужества посмертно.